Жалеешь? Ну, так. Да или нет? Ну, есть. Ну, что-то не могу понять, да или нет? Ну, да, это. Но как-то не уверен. Трудно сказать. То есть не жалеешь? Не жалеешь? Не жалею. Не могу. Что? Жалеешь или нет? Ну, так, наполовину. Наполовину. Это значит нормально, что приехал сюда убивать украинцев. Да не, я вот убивать не. Да как не? Ну так я не могу понять. А почему ты не можешь. Почему ты не жалеешь? Я не жалею, мне было хорошо. Да не. Ну убивали, то и убивали. Это же не в своей стране. Ну, чужой. Никто тебя не знает. Повестка тебе придет еще раз. Пойдешь? Я еще сам не знаю. Что, сам не знаешь? Не знаешь. Ага. То есть тебя не убедило то, что ты тут увидел? Не, так-то и убедило, но... Но что? Ну, уже понял, блин, как. Как что? Как правильно убивать? Не попасться? Нет, не убивай. Как не попасться? Как не попасться? Как не попасться? Не попасться в плен? Да. Угу. Убивать не. Как не попасться? Главное, что не попасться. Это самый главный, наверное, высновок, да, который у тебя есть. Да, только вот это. Угу. Больше нет. Хорошо. То есть ты пойдешь второй раз, но немного поумнее будешь. Да. Да? Порасчетливее. Что бы ты хотел сказать Путину, если бы у тебя была такая возможность? Я не знаю. Пожать руку, сказать спасибо или сказать, ты долб***. Ты ничтожество. Ты хороший человек. Просто... Попросить у него прощения, что тебя в плен взяли, например. Пусть дал бы амнистию. Амнистировал. Попросил бы амнистию для себя, да? Да. А, например, ты не думаешь про людей, чью жизнь вы тут уничтожили? Кого убили там? Для них чего-то не попросил бы? Я бы тоже. Но почему-то ты не вспомнил про это. Не, попросил бы для всех же амнистию, не для себя же. А украинцам зачем амнистия? Че, ты имеешь в виду для всех своих друзей в тюрьме? Давай еще раз, что бы ты попросил? Ну, чтоб мирное, чтоб было. Ну, мир настал, да и все. То есть ты бы попросил, чтобы он вывел войска с Украины? Да, чтоб. Или просто мир? Ну, чтобы мир был, и все. А мир каким способом достигается? Ну, все, чтобы по-другому было, не было такого ажиотажа. Ажиотажа. По-другому как-то что, убивать украинцев? Нет. А что? По-другому захватывать территории? Ну, чтобы не так много крови было. Ну, да.